Фух, ладно. Отдохну минуточку, заодно посмотрю на эту красоту снизу. Только вот ничего не видно из-за этих облаков. Все закрывают. Ладно, и так красиво в целом. На облака тоже не каждый день посмотреть сверху возможно. Поэтому ладно, посмотрю на такой вид. Надо было только бинокль, наверное, мощнее брать. А то тут расстояние до земли прям огромное. Ах, ладно. Надо свериться с координатами и двигаться дальше. Так, связь, лови. Вот, отлично. Так, да я уже практически на месте. Ничего себе, блин. Так, ладно, тогда надо продолжать подниматься. Это ж мне буквально минуту еще. Я уже буду это в растение. Фух, ладно. Ой, ноги прям устали, честно говоря. Давненько я в походы не ходил, тем более на горы. Подъем на гору Челят — это дело такое непростое, блин. Ну, хотя бы прогулялся, то каждый день сижу, видосы снимаю, работаю. А тут вон, такой выходной у меня хороший удался. Так, вроде бы в эту сторону идти, насколько я помню. Вон что-то какие-то столбики с красными ленточками. По-моему, как раз туда мне и нужно. Окей, так я уже пришел, получается. Фух, последние шаги, грубо говоря. Да уж, хорошо, что сегодня хотя бы дождь не пошел, а то бы я еще и промок тут. Капец. Ну ладно. И что у нас тут? Вау! Кажется... Кажется, это она! Это то самое растение! Про него говорят, что если съесть даже маленький кусочек, то можно стать свидетелем настоящего волшебства. Честно говоря, волшебство не шибко верю, но попробовать хочется. Только вот волнительно мне что-то, честно говоря. Надеюсь, я не отравлюсь. Фух, ладно, все, пробую съесть. Так, маленький кусочек. О! О! Блин, чё? А-а-а! Ах! О, блин! Моя голова! Фух, капец! Вот это мне что-то поплохело. Фух, что произошло вообще? И что это такое передо мной? Песочные часы? Блин, да что происходит? Мне до сих пор плохо или... А-а-а! Это что за фигня такая? А-а-а, блин! Я превратился... В паука? Нет! Нет! Выплюнуть надо эту штуку! Тьфу, блин! Что делать-то? Я теперь буду пауком, что ли? Это, блин, черная вдова! Я ненавижу пауков! И я теперь стал пауком! Господи! Что это за штука-то такая? Почему она меня в него превратила? Офигеть просто! Так еще ведь необычный паук, а гигантский! Такой, блин, если укусит, точно не поздоровится. Это что теперь получается? Я на всю жизнь остаюсь пауком или что? А если меня кто-нибудь на улице увидит, это ж вообще ЧП будет! О, нет! Нет! Надо было хоть кого-нибудь предупредить, что я собираюсь эту штуку съесть! А то всякое могло ведь произойти, да? И кажется, произошло, блин! Эх, только вы, ребят, получается, стали свидетелями всего этого происшествия. И да, ребята, всем привет, с вами, как всегда, я, Гост, и кажется, мы тут с вами чем-то отравились. Причем чем-то очень сильно действующим. Я понимаю, какой-нибудь что, гриб съел там, мухомор, поганку какую-нибудь. Но тут непонятный красивый цветок, я вообще не думал, что он такое способен. И теперь я паук! Ох, я уже говорю, что я очень боюсь. По-моему, да. Знаете что, ребята, я вас попрошу сделать прямо сейчас. Конечно же, поставить лайк под этим роликом. Мне сегодня нужна будет ваша помощь, ваша поддержка, поэтому ставьте лайк прямо сейчас, ребята. Или я навсегда останусь вот таким вот пауком. И все. Буду все ролики снимать за этого паука. Да и то, как я их снимать-то буду. Я ж пауком буду. Короче, да, ребята, ставьте лайк обязательно. Конечно же, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А также напишите в комментариях, я чё, один пауков боюсь? Или вы тоже боитесь, как я, пауков? Потому что у меня прям фобия на пауков. Вот, напиши в комментах, боишься ты пауков или ты их не боишься. Будет интересно почитать. Жесть, какая жуткая черная вдова. Я вообще-то еще читал, что эти пауки съедают. Ну, самки съедают самцов. Про это я в интернете прочитал. То есть они еще и пожирают друг друга, блин. Ох, нифига, быстро как бегать умею.
Так, ладно. Надо думать, как мне выйти из этого состояния. Что нужно предпринять, чтобы я перестал быть вот этим пауком? Ух, как светло-то тут! Машины везде. Ох, это опасно, наверное, сейчас на улицу-то выходить. А если меня увидит кто-то, что тогда будет? На меня ж сразу же нападут все. Так, ладно, мне в любом случае нужно как-то выбраться в город, чтобы понять, как действовать дальше. Так, как дорогу-то перейти? А, побежали! Бежим! Вперед! Разойдись! Разойдитесь все! Дайте пробежать пауку! Ау! Ой! Ау! Блин! Так и знал. Это была плохая идея перебегать дорогу. Ох! Блин! Что со мной? В кого я... В кого я превратился? Бежим! Бежим отсюда! Пропустите меня! Пропустите! Дайте перебежать через дорогу! Фух! Капец просто! Это что за штука такая? Что за собака? Эй! Фу, какая мерзкая! Блин, да что это такое-то вообще? Сначала черная вдова, теперь какая-то собака... Зомби? Подожди, я превратился в собаку-зомби. Реально, это ведь собака-зомби! О май гад. Что это вообще такое? Так, ребята, давайте-ка мы с вами будем сейчас вместе разбираться во всем этом. Получается, я съел какой-то непонятный цветок, или там что это, овощ, фрукт, я не знаю, короче, просто какое-то растение непонятное съел. И теперь я превращаюсь в разных непонятных существ. Сначала в черную вдову, теперь в собаку-зомби. В каких-то реально страшных существ я превращаюсь. Или же, подожди, в страшных животных? Не говорите мне, что волшебное действие этой штуки заключается в том, что она превращает тебя в странных вот таких вот существ. Блин, ребята, кажется, да. Вот это я, блин, конечно, ввязался. А сколько действовать-то это будет? Или я на всю жизнь такой останусь? Блин, капец. Ладно, хорошо. Как мне вообще теперь жить? У меня вопрос. Меня кто-то увидит в таком виде, так на меня сразу же нападут. Это же очень жуткая собака. Так, чувак? Эй, чувак, помоги мне, помоги. Оу, вау, чё, блин? Я кусаться могу? Офигеть. Это все зомби-вирус, ребята, это не я. Она просто кусается. Блин, кстати, очень сильная собака. Вот это я понимаю. Так, а если мне сейчас придется вообще выживать в этом мире? Я ведь не знаю, я не объясню никому, что это я, гост. Все будут думать, что это страшная, жуткая собака или страшный паук. И будут пытаться хотеть на меня напасть. Так, интересно, а на что еще способна эта собака? Может ли она, например, не знаю, еще кого-нибудь укусить? Давайте, ребята, попробуем. Так, подожди. Блин, машины везде ездят. Меня очень много людей тут заметит. Так, а если я просто вот так вот попробую напасть? Давай вперед. Так, берем разгон. Давай, вот так, получи. Вау, офигеть просто. Вот это какие клыки у нее. Ты кого тут фоткаешь? Не показывай никому. Выключи камеру, говорю. Здесь съемка видео запрещена. Все, получай. Отлично. Так, прячемся. Пока нас никто не увидел. Или что, нас уже все заметили, наверное, да? Мне кажется, что да, нас все уже заметили. Ух, блин. Опять, блин, это фигня. Сколько это ж продолжаться-то будет? Ох, ладно. Фух, вроде бы полегчало. Так, и чё, куда я там планировал идти-то? Ой, а чё-то я выше стал, по-моему, нет? Подожди. Здрасте. Акула? Это чё такое? Привет. Не сказать, что рад тебя тут видеть, то... Блин, хотя бы не собака. Но акула, которая по суше ходит. На двух ногах, как человек. И какая-то накачанная, блин. Так, подожди. Надо, наверное, с улицы уйти. Ох, ничего себе. Она сильная. Капец, сколько силы чувствую. Чуваки, вы что-то тут застряли, а? Вы что-то, по-моему, тут немножко застряли. А, ну это машина-сосиска, да? Тут как всегда, блин. Ничего нового. Проезжайте, я убираю вам пробку. Езжайте дальше, спокойно, а я эту машину-сосиску... Вау! Что-то как-то очень сильно я ее кинул. А это что за штука такая? Я теперь король-акула! Или король-белая акула. Ребята, придумайте имя для этой штуки. Я просто не знаю, как ее назвать. Ну, наверное, король-акула. Как еще? Просто такая здоровая белая акула, которая даже вон тачку может поднять. Чувак, тебе помочь? Давай помогу тебе тоже.
А тут что-то медленно едешь. Немножко разгоним тебя. А, это чересчур было. Ой. Извините. А, понятно, мне сразу же звезды дали, да, розыска. Чуваки, да вы что, с ума сошли? Я не хотел. А может, меня просто из-за того, что увидели все, решили сразу же полицию вызвать? Ну да, я бы так же, наверное, поступил. Люди, да я не опасный. Я хороший. Просто я не могу понять, что со мной происходит. Ах, ладно, я понял. Так, придется отсюда, кажется, уходить, да? Копы, отстаньте! Ух ты ж, ё-моё! Давай, я могу забраться на здание! Вот это да! Ау! Блин, что-то вот тут немножко больновато сейчас было. Копы приехали уже. Они ж меня сейчас, блин, атаковать будут. Чуваки, давайте договоримся! Может, меня понять смогут. Эй, парни, вот я! Я акула, да, я все понимаю. Вы такого, наверное, никогда не видели в своей жизни. Но поймите, я нормальный человек так-то. Я могу на вас не нападать. А вы что по мне стреляете-то? Эй! Хватит. Я говорю, хватит, выйдите из-за машины. И перестаньте по мне стрелять. Вы тоже только не стреляйте по мне, ладно? Ау! Ты что, блин? Так по себе стрельни с этого дробовика. Получи. И ты тоже. Иди сюда. Стреляешь по мне. Совсем уже офигевшие какие. Я к вам по-мирному. Объяснить хотел. Я нормальный человек. Лучи тоже. Ой, что тебе там, удобно, что ли, на дереве теперь? А вот не надо было стрелять, понял, да? Я тоже сейчас на дерево запихну. Иди сюда. Иди сюда, говорю. Вот так и полетел. Ой, что-то немножко переборщил, по-моему, да? Ну ладно, стой, чувак. Пролетел. Первый раз в жизни с такой скоростью. Так, а мне уже 3 звезды дали. Ой-ой-ой, это что значит? За мной еще будут охотиться вертолеты? Нет, пожалуйста, вертиков я точно не выдержу. Хотя с такими прыжками? Да я до любого вертолета допрыгну! За пару секунд. Вот ты на мне, да, решил напасть? Иди сюда, вертик. Иди, иди, иди. Сейчас мы с тобой разберемся. Так, прыжок, удар. Ой, что-то я не могу. Иди сюда, говорю. Вертик, улетает меня. Так, я сейчас понял, что надо сделать. Сейчас просто мы ему немножко поможем приземлиться. Вертик, иди сюда. Давай целимся. Бросок. Ой, а что-то тачка тяжелая какая-то. Ладно, мои силы не безграничны, как мне показалось на первый взгляд. Чуваки, не хотите полетать? Погнали. Пролетитесь немножко. Вот. Попал. Попал. Вертик падает. Вот так вот вам. Получили. Оп. Все, как я и планировал, приземлились. Ладно, теперь надо думать, как мне выйти из этого состояния акулы. Я не хочу всю жизнь с таким... Ау! Опять! Больно! Я надеюсь, что в этот раз... Ах, после этого приступа все закончится. Ты где? Эй, Что происходит? Это что такое? Это что? Я в что превратился? В таракана? Нет! Нет, 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 фу! Хватит с меня. Я не хочу быть ни пауком, ни тараканом! Да за что мне это? Ладно, хоть акула там какая-то. Но паук и таракан! Причем огромный таракан! А-а-а, капец! Я ж могу теперь весь город уничтожить! Ну-ка, подожди. Ух ты ж! Вот это мощь! Вот это ударчик! Ах, летать я умею. Ну, что-то какой-то тяжелый для полета, по-моему. Крылья вообще не двигаются. Зато прыгать могу высоко! Как, блин, настоящий таракан, еще и бегаю быстро. Фу! Ребята, напишите в комментариях, вот вам не нравятся тараканы, как и мне? Я вообще их ненавижу, даже больше, чем черных вдов, не знаю. Вот пауки, ладно, я их боюсь, прям боюсь. Но тараканы, они, знаете, они еще и мерзкие, то есть они страшные, так еще и мерзкие, там ползают по помойкам всяким, фу! Напишите, ребята, в комментариях, вот как вы относитесь к тараканам. Такой странный вопрос, конечно, ну, ладно, ребята, пишите, короче, рассказывайте, что вы про них думаете. И, кстати, ребята, не забывайте присоединяться ко мне в телеграм-канал, чтобы следить за всеми новостями, быть всегда в курсе всех событий, вот, я вас приглашаю туда, подписывайтесь, ссылочка находится в описании под этим роликом. А я тут, короче, во вкус что-то вошел, по-моему, я вообще все могу разнести. На, получай! Вот так, хорошо, тачка, иди сюда, на тебе, вот так вот в землю! Офигеть просто. Ну раз все меня хотят уничтожить, я тоже буду уничтожать всех. Понятно вам? Копы, чё, копы поехали? Вы меня ищете? Да ведь? Тяжело меня найти, да? Раз вы проезжаете мимо. Меня ж вообще не видно тут ни капли. Вообще. Вот идешь такой по городу, ни за что не заметишь. Сколько это этажей? 5? 5-5-этажный таракан?
Да не, ты точно в городе такого не заметить. Если его вдруг появится, я бы ни за что не увидел. Блин, машина-сосиска. Как же я их не люблю. На, получай тебе. Уезжай отсюда. Все отлично. Как, три звезды. Копы продолжают ехать, нападать на меня. Так, ну вы что, идите сюда. Сейчас полетаем. Я вам покажу, как правильно летать. Вот так, вперед и... Давай, удар. И вперед, все. Вот улетайте. Вау! А этот кидает посильнее, слушай. Вот за сколько эта тачка долетит до туда. Посмотрим. Бросок. Она уже там, у дерева. Да, я не знаю, с какой скоростью улетела эта машина, после того, как я ее бросил. Но готов поспорить, что чертовски быстро. Или вот это, например. На, получай. Офигеть, они же взрываются. Ах, ладно, куда мне идти, да? Ух, Льше, капец. Опять эта фигня. Нет. Сколько ж мне еще мучиться-то, а? Ох, капец. Это че? Это что такое? Нет. Нет. Я стал еще больше. И еще криповее, это что такое? Ты что за Кинг-Конг-зомби, что ли? Я превратился в зомбаря? Еще и в обезьяну огромную! Да ну нафиг. Подожди. Да, ух, я там кого-то раздавил только что. Да идите вы отсюда. Надоели мне уже, разойдитесь, говорю. Хватит стрелять, тут ездить по мне. Из-под тяжка получаете. Ух ты, подожди. Они в зомби превращаются. Реально? То есть я правда превратился в настоящего Кинг-Конга-зомби? Еще передаю при этом зомби-вирус! Так я ж сейчас весь город, блин, заражу им. Если по мне будут продолжать стрелять! Надоели уже нападают на меня. Вот ты чё прилетел? Хочешь получить? Знаете, вот так получай! Чё-то не достал до него. Эй! Давай вылазь из вертика, разберёмся с тобой по-мужски! Иди сюда! О! Всё? Чё, как тебе? Теперь моя новая игрушка будешь. О, прикольненько, давно хотел себе вертолетик. Всегда мечтал о нем. А если тебя вот куда-нибудь туда кинуть? На, лети! Ой, что-то не справился с управлением, кажется, пилот. Ну да, скорость была очень-очень большая. Так вы еще ко мне едете, да? На, лови. И что мне дальше-то делать? Сколько это продолжится-то уже? Я не хочу больше бегать ни за каких этих страшных проклятых животных. Я уж превратился в кого только можно. Черная вдова... Потом зомби-собака. Затем какая-то акула, блин. Король акула, да, вроде. Потом что у нас? Таракан. И теперь зомби-Кинг-Конг. Да уж. Вот это, блин, приключение, конечно. Знаете, ребята, я вам посоветую, никогда не кушайте никаких растений, которых вы не знаете. Если вы также найдете что-нибудь в походе, например, да, там где-нибудь на горе такой красивый цветок, подумайте, блин, а может у вас есть? Ни в коем случае. Даже не думайте вообще. А то вот, вот что потом, блин, будет с вами. Не дай бог. Ну, конечно, надеюсь, не будет, ребят, но все равно. Лучше такого ничего не... Ах, не есть. Опять. Ну только не снова эта фигня. Она уже меня бесит, блин. Ах. И что, все? Ребята, кажется, все. Кажется, я умер. Лечу куда-то в звезды. Солнце вон. Блин, а чё у меня так спина-то болит? Я умер или нет? Чё происходит? А! Я жив! Я жив, блин! Это всё сон был! Фу! Больше ни за что не буду эту штуку есть! О май гад, блин! И чё, я теперь... Я всё нормально? Я ничего не натворил там в городе? Фух, блин! Это, кажется, был просто сон. Галлюцинации какие-то. А со мной всё в порядке. Только... А где мой портфель? Эй! У меня там телефон был! Ключи от дома! Чё за фигня? Где портфель? Кто у меня его украл? Кажется, когда я съел эту штуку, сюда кто-то пробрался и украл мой портфель. Эй! Вернитесь! Блин, даже полицию не вызвать! Ладно, ребята, все, я пошел искать этого чувака, который украл мне портфель. Вы не забудьте поставить лайкосик под этим роликом, пишите комментарий и также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Буду ждать вас у себя в телеграм-канале, ссылочка находится в описании под этим роликом. Ну что ж, ребята, всем удачи и до скорых-скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока!